Здравствуйте, мои любимые! Очень рада встретиться с вами на моем канале. Сегодня снимаю очередную распаковку посылки из интернет-магазина парфюмерии и косметики Рандеву. Напоминаю, что я оставляю в описании свой личный скидочный промокод на 10%, при помощи которого вы сможете очень хорошо сэкономить. Он постоянный, многоразовый, просто запомните его и применяйте при всех своих последующих заказах. А также все ссылки на все, что мы сегодня с вами будем рассматривать, я оставлю в описании под этим видео. Располагайтесь поудобнее, потому что видео будет длинным, потому что посылка у нас сегодня очень большая, товаров много. Видео, как всегда, будет, я постараюсь, теплым, спокойным, душевным, поэтому сделайте все, чтобы вам было максимально комфортно, чтобы со мной досмотреть это видео до конца, сделать эту распаковку, и давайте приступать уже, собственно. Я эту коробку вскрыла, чтобы перед вами здесь ножом не махать, но ничего внутри не рассматривала. И посмотрите, насколько огромная коробка, в которой пришла эта посылка. Я, когда пришла забирать ее в постамате магазина «Пятерочка», нажала, значит, этот код. Автомат мне написал, что ячейка открыта. Я смотрю, не понимаю, где она открыта. Нажимаю «Открыть ячейку» еще раз. Опять не вижу, где ячейка открыта. И потом мне уже автомат написал, что ячейка открыта прямо над вами. Я голову поднимаю, а там вот такая ячейка. И я даже не ожидала, потому что никогда я из нее конкретно ничего не получала. Еле я ее достала, еле дотащила до угла магазина, позвонила своему брату, говорю: «Саша, приезжай за мной срочно, потому что это я донести никак не могу, я еле с этим стою здесь». Поэтому он приехал, забрал и даже до квартиры мне помог это все донести, насколько она большая, насколько она тяжелая. Поэтому мы сегодня с вами с удовольствием насмотримся, натестируемся, наслушаемся, а потом уже, конечно, я отсниму уже подробные обзоры, когда через некоторое время протестирую все эти товары. Поэтому давайте уже приступать. Здесь их фирменная пупырчатая вот такая пленка находится, которая окутывает все содержимое. Там еще были две вставки. Я уже их убрала. И посмотрите, какое огромное количество косметики и парфюмерии я выбрала на этот раз. Но это просто счастье какое-то, которому нет предела. Я вам всегда рассказываю о том, что парфюмерия в основном сейчас, ну и косметика тоже, мне помогает как-то отвлекаться, помогает во что-то такое погружаться. Работа очень-очень-очень хорошо помогает и отвлекает. Поэтому будем сегодня с вами опять вот такую терапию проводить. Итак, здесь и косметика, и парфюмерия. И первое, что мне хочется рассмотреть, это вот такой лосьон для тела, корейский. Совершенно недорогой, и здесь огромное количество миллилитров. Он с грушей. И мне уже не терпится его послушать. Какой нежный, грушевый, такой теплый аромат. Я из тех, кому нравятся парфюмированные лосьоны для тела. Кто-то вот не любит, да, с ароматами, а мне очень нравится. И когда мне аромата недостаточно, я еще даже каких-то эфирных масел добавляю. Ну, очень красиво. Написано, что он водный баланс восстанавливает и pH-баланс. Питает кожу, заряжает энергией. В общем, протестирую, все вам расскажу. Дальше, следующее, что я заказала, это лак для волос от Matrix, вот такой популярный, тоже протестирую его обязательно. Я тут как-то в одном видео сделала укладку с утра и сразу же села снимать, у меня был такой красивый объем, и вы мне все сделали огромное количество комплиментов. Я подумала, что мне нужно какое-то средство, которое бы фиксировало этот прекрасный объем, потому что иногда бывает, что я утром ложусь, а только вечером сажусь снимать видео. Кстати, я сегодня маникюр новый сделала. Посмотрите, какой красивый. Черного цвета вот у меня вот как-то так пришло мне. И с блестками. И очень красиво при искусственном освещении он переливается. Покажу вам обязательно видео его, и ссылки на гель-лак обязательно оставлю, потому что цвет какой-то прям невероятно красивый. Несмотря на мои короткие ногти, смотрите, как все здорово смотрится. Дальше, следующее, что я выбрала, это гидрофильное масло для снятия макияжа. У меня есть уже такое, но его вот столько уже осталось. Я подумала, что нужно запастись, чтобы не возникло такой ситуации, что оно закончится, а нового-то нет. Стала, кстати, изучать различные гидрофильные масла на Рандеву. Их там большое множество, но потом подумала, зачем изобретать велосипед, зачем искать что-то другое, если мне безумно нравится это масло. Во-первых, оно прекрасно снимает макияж, просто идеально. Оно не сушит кожу, и оно прекрасно чистит поры
никаких черных точек там не образуется. Поэтому, ну зачем, да? Зачем искать что-то другое, если я уже нашла то средство, которое мне очень нравится. Поэтому просто заказала его еще раз. И отзывы на него прекрасные. И все девчонки, которые его когда-либо пробуют, тоже очень хвалят. Дальше, следующее, что я выбрала, это термальная вода от Виши. Мы с вами в недавнем ролике рассматривали термальную воду от La Roche-Posay. И мне захотелось сравнить их. И потом рассказать вам, какая понравится больше. О, здесь распыление такое более мелкое. Не знаю, стоило ли это делать. Не знаю, как будет выглядеть мое лицо. Возможно, начнет блестеть, и я вот с вами вот такая тут останусь на все видео. Ну ладно, уж очень не терпелось. Зачем себе в этом отказывать, правда ведь? Дальше. Что я вижу? Это еще один лосьон для тела, но наоборот уже очень дорогой. Да, вот мне захотелось еще один заказать сразу же, потому что они у меня так быстро заканчиваются. Вот тот, который я вам в прошлом ролике показывала, там уже половины нет. Потому что я каждое утро принимаю душ и каждое утро обмазываюсь лосьоном для тела. И у меня как бы, да, это средство уходит достаточно быстро. Итак, вот такая красивая коробка. Такого лимонного цвета, он с зеленым мандарином. И вот так вот он выглядит. Такая бутылочка прозрачная, пластиковая, пластмассовая. Ну хорошо, да, все это выглядит. И давайте аромат я послушаю сразу. Угу. Да, пахнет именно зеленым мандарином, все правильно. То есть аромат не такой, как у обычного мандарина оранжевого, а такой более холодный, более как будто бы слаймом, что ли. Тоже протестирую, тоже все расскажу вам. Дальше. Органовое масло для волос. 100% натуральное, очень качественное и не бюджетное. Мы с вами в прошлом видео рассматривали средство от Olin, тоже масло для волос. И я говорила, что это вообще не то средство, которое стоит покупать, там ценник тоже был ведь не бюджетным далеко. И я сказала, что я им даже пользоваться не буду и вам не советую, совершенно честно. И также сказала, что вот я нашла натуральное масло макадамия и органовое масло. Да, здесь то есть два масла содержится. Стеклянная бутылочка в двух объемах на рандеву оно продается. Я в максимальном объеме взяла, потому что только вот этот объем с дозатором идет. Очень большие надежды на него возлагаю. Я сейчас натуральным органовым маслом пользуюсь, и это вообще идеальная вещь. Это то, что нужно для того, чтобы кончики волос не секлись, для того, чтобы они были мягкими, эластичными, видите, какими подвижными, не сухими, как солома, да, а вот струились и блестели, чтобы они легко расчесывались, чтобы расческа скользила, пальцы скользили, а не так, как при этом в прошлом масле волосы колом вставали, и невозможно было даже пальцами провести. Поэтому очень надеюсь, что средство будет хорошим, что я буду им пользоваться, и вам расскажу только положительное о нем. Дальше, что я заказала, это вот такой гель, вы только посмотрите, от фирмы Vesaim, корейский бренд. Этот гель с алоэ, 99% алоэ здесь содержится. Посмотрите, какая огромная банка. Вот вообще, кстати, очень часто гель с алоэ продается в каких-то больших банках и вот таких вот тубах. Но чаще всего именно в банках, а я эту фирму выбрала из-за того, что здесь, ну, удобно. Удобно пользоваться. То есть открыл, выдавил. А в банках, вот в таких, которые с откручивающейся крышкой, вот такие, да, широкие, мне ковыряться как-то неудобно. Ну и, конечно, там от Холика-Холика тоже продается всем известный гель. Но я его 100 раз заказывала, уже 100 раз им пользовалась, как-то неинтересно. А вот этим интересно попользоваться. Что-то в 200 рублей у меня всего обошелся. Средство универсальное. Алоэ лечит, заживляет все. Можно и просто тоненьким слоем, да, использовать. Можно как маску наносить. Можно использовать различные микротоки, различные ваши бьюти-гаджеты. Толстеньким слоем намазались, и этот гель будет прекрасно проводящим для ваших бьюти-процедур. Поэтому за 200 рублей, ну, я вам прям очень сильно советую. Потому что обычно проводящие гели, конкретно для этого предназначенные, они, во-первых, дорогие, во-вторых, они с какими-то неполезными составами. А здесь, как-никак, состав полезный, объем большой, и стоит все это 5 копеек. Я для этой цели и взяла. Ну, и для всяких заживляющих процедур. Дальше.
Я наконец-то заказала вот эту маску. Супер-супер-пупер восстанавливающие волосы для истонченных, ослабленных, сильно поврежденных волос. Глубоко проникает в структуру волоса, питая изнутри. Это, по-моему, японский бренд. Я очень люблю ухаживать за волосами, люблю пробовать всякие стоящие средства. Поэтому мне было интересно, конечно, вот такое средство попробовать. И я довольна, что здесь большой объем, и то, что это не какая-то банка, в которой нужно ковыряться, да, а вот такой формат. О. Кстати, здесь нет защитной мембраны. Ой, аромат очень приятный, волосы будут вкусно пахнуть. Дальше, к чему мы с вами перейдем? Что-то я тут какую-то парфюмерию нахожу. К парфюмерии перейдем или нет? Давайте к парфюмерии перейдем. Давайте. Я ходила тут, тестировала, опять же, парфюмерию, искала, ну, чтобы вот такое вот уже встретить, чтобы мне действительно понравилось. Я вам в каком-то видео рассказала, что, несмотря на то, что я в последнее время в основном нишу тестирую, ниша все-таки не по мне, все-таки мое это люкс. Потому что ниша, она какая-то очень яркая, очень на любителя, очень гурманская чаще всего, очень громкая. Много унисекса, который мне как-то вот... Ну, моему типажу, моему характеру. Если вы меня смотрите давно, вы знаете, какая я, да? И я думаю, что вы вряд ли можете представить на мне какой-то жесткий унисекс. И я поняла, что все-таки мое — это люкс. И думаю, что мне нужно все-таки больше внимания обращать на люкс, чтобы находить те ароматы, которые мне будут нравиться и подходить. И я расслушала My Burberry аромат. Нашла его на рандеву, но, к сожалению, вот только вот в таком объеме. Малюпусенько. Вот таком. Очень все это мило, красиво выглядит, но вот такой вот флакончик всего лишь методом намаза будет наноситься. Что я как-то вот не особо люблю. Я все-таки люблю, когда можно попшикать. Ну ладно. Будем как старые древние времена. Наши любимые бабушки делали. Ну да, этот аромат меня не разочаровывает. Он мне в магазине очень понравился. Он такой нежный. Боже, мне кажется, это пахнет какой-то грушей. Очень-очень нежный. Какой-то пудровый аромат. Я здесь, кстати, розу ощущаю. Сложно мне сейчас разложить по нотам. Я даже их не рассматривала. Я просто затестировала это, и мне это очень понравилось. Знаете, такой аромат прям близкий к коже. Какой-то действительно пудровый, очень нежный. Мне кажется, здесь ирис, груша, вот что-то, вот чем-то вот таким для меня это пахнет. Розой. Роза здесь нежная, какие-то цветы здесь есть белые. Вот он меняется, но он во всех своих проявлениях красивый. Сейчас вот я розу не чувствую, просто какие-то очень нежные пудровые белые цветы. Но все это настолько мягко, настолько уютно. Вот все-таки люкс это мое. Это то, в чем можно укутаться, и вам будет хорошо и нежно. Действительно такой нежный аромат. Почему я раньше на него внимания не обращала? Как только появится больший объем, я обязательно его закажу. Прям очень красивый, очень комфортный. Дальше, следующее. Ну вот я прям хотела напоследок оставить, но нет, не могу удержаться. Гипноз от Ланком. Посмотрите, какая коробка. Не слушала я этот аромат, но так мне хотелось его. Такая красивая, такая заманчивая там реклама. Такой потрясающий флакон, действительно завораживающий, гипнотический. Посмотрела ноты. Здесь ваниль содержится в составе. Мы с вами как-то уже говорили, что ваниль — это самый притягательный компонент в парфюмерии для мужского рода. Ваниль всегда на женщине очень тепло, очень роскошно и очень сексуально раскрывается. Ну, вот такой вот флакон. Вроде бы ничего такого замысловатого нет, да? Но вот это кручение, вот этот вот... сиреневый цвет, вот эта крышка, которая продолжает эту геометрию. Это все очень красиво и завораживающе. У меня здесь объем 50 мл, но кажется, что больше, да? То есть вся вот эта вот оптическая иллюзия. Кажется, что флакон прям очень большой. Ну и давайте уже послушаем. Ой, прекрасно звучит этот парфюм, просто прекрасно. Такое послевкусие у него замечательное. Крышка, кстати, вот смотрите, здесь гипноз написано. И такая табличка золотистая. Давайте уже его нанесем. О! Ой, боже мой. Ой, я прям, я не ошиблась, девочки.
Я уверена, что большинство из вас знают этот аромат. И вот, представляете, вот к своему стыду огромному, я его не знала. Господи, почему я над ним так долго думала? Вы не представляете, наверное, полгода на него смотрела в корзину. То добавлю, то удалю. Ой, какой он красивый, теплый, какая здесь прекрасная ваниль. Такая томность, какая-то немножко горчинка. Но вообще никакой кислинки нет. Господи, какой он потрясающий. Он очень комфортный. Он не режущий, не душащий, не зубодробительный. Ой, все-таки люкс это прям на 100% мое. И ведь это классика-классика. Это раз, а во-вторых, Lancôme. Боже, ну назовите мне хоть один парфюм, который сделал Lancôme, чтобы он был плохим. Как это нежно, как это красиво. Здесь, по-моему, апельсины, ваниль, что-то вот такое. Это так комфортно, это так обволакивающе. Действительно, какой-то гипнотический аромат. Господи, как я счастлива, что у меня есть теперь этот флакон. Боже, он займет прям достойное место в моей коллекции. Я просто счастлива, честно. Вот нет предела моей радости. И еще один парфюм я заказала. Это Си от Armani Intense. Да, есть у меня классическая версия Си Passion. Красная. Был у меня еще Си Passion Intense, но он мне понравился чуть меньше классической версии, поэтому я его в телеграм-канале в своем продала. И я осталась довольна, и покупательница осталась довольна, потому что я там цену сделала очень сильно низкую. А тут я вот опять же ходила по магазину, думаю, ну что же мне такое вот найти? И обнаружила, что мне эта версия очень понравилась. Здесь такая теплая. Черная смородина. Вот эта версия у меня тоже 30 мл. Вот Си Passion красный. Давайте я ее нанесу вот сюда. А вот эту версию... Ну, посмотрите, как они красиво вместе будут смотреться. Нанесу вот сюда и послушаю разницу. Здесь тоже черная смородина, как там, так и там. Но они сильно отличаться должны. Итак. Ой. Обожаю все-таки Си Passion вот этот. Да, прекрасная черная смородина, такая нежная, пудровая. Очень сложный аромат, но такой мягкий, обволакивающий. Я могу его вдыхать вечно, я от него не устаю. Так, и этот сильно отличается. Более такой характерный, он погорчее. Да, разница колоссальная. Он больше на какой-то винтаж похож, на Lancôme Poème чем-то похож. Да, разница колоссальная. Блин, я очень рада, потому что я боялась, что они будут сильно похожи, что я как бы беру что-то действительно почти одинаковое. Нет, абсолютно разные ароматы. Абсолютно. Да, здесь прям такая пудровость чувствуется с черной смородины, а здесь прям такой винтаж, такая терпкость. Да, и очень сильно на Lancôme Poème похоже. Так, ладно. Давайте дальше к следующим товарам перейдем. Я заказала вот такой набор для карбокситерапии от Аравия. У меня есть соседка по совместительству, подружка. Она делает всякие процедуры в бьюти-кабинете. То есть она с массажа начала, а потом уже пошла учиться по всяким вот таким вот процедурам. И она делает вот карбокситерапию у себя в косметическом кабинете. И говорит, что кожа просто потрясающе великолепная становится после вот этого набора, именно после вот этой процедуры. Кожа становится нежной, натянутой, напитанной, молодой, что все морщинки уходят. И я подумала, да, значит, я тоже закажу и попробую на себе, потому что его спокойно можно нанести дома, и ничего здесь нет сложного. Показания к применению: потеря тургора, фотостарение, хроностарение, отечность, купероз, пастозность кожи. Значит, шаг номер 1 на 3 минуты, шаг номер 2 на 10 минут и интенсивная маска на 20 минут. На 30 процедур здесь, то есть вообще надолго и намного. Показания к применению мне очень нравятся. Фотостарение, отечность, купероз. То есть у меня есть лопнувшие сосуды, это значит, что для них это безопасно. У меня есть отечность. Сейчас мы с вами перейдем к очень интересным товарам. Это декоративная косметика. Я на рандеву, по-моему, еще декоративку ни разу не заказывала. Но здесь такие товары, боже мой. Я тут обнаружила на рандеву, что есть у них вот такой бренд, как Анастасия Беверли Хиллз. Вы можете себе такое представить? Контурирующая палетка, о которой я мечтала 150 лет, она лежит на рандеву, улыбается. Я говорю, боже, ну как же я мимо тебя ходила, посмотрите. Это оригинал.
Как это красиво. Цвета очень... Ой, какие хорошие цвета. Потому что на картинке они как-то желтели. Я думала, не дай бог. Посмотрите, какие прекрасные цвета. Есть и теплые, и холодные, но все они будут классно смотреться. Вот этот вот нейтральный, этот немножечко тепловатый, а этот в розовинку уходит. Господи, девочки, как я счастлива. Здесь вот это хайлайтер, а это просто высветляющие пудры. Так, я с вами макияж обязательно сделаю при помощи этой контурирующей палетки. И дальше я заказала вот такие тени. Это бренд, кстати, стрел, что страна производства не Китай, США. И я сразу же кинулась заказывать эту палетку, потому что там такие оттенки. Она, кстати, в трех оттенках, эта палетка есть. В таком нюдовом, совершенно дневном, совершенно нейтральном, очень красивом, очень красивой палитре. Потом еще одна палитра там такая прям была из неоновых оттенков. А я выбрала вот такие оттенки. Боже мой, какие же они красивые и необычные. Потому что обычных-то у меня полно. А мне захотелось необычных цветов. Вы только посмотрите. Как же это красиво. Какой здесь красивый зеленый. Какой здесь красивый сиреневый. Точнее, их несколько. Какой здесь розовый, оранжевый. Боже мой. Еще зеленый. Вот такой. Смотрите. Надеюсь, что это будет пигментировано. Розовый здесь вот такой. Беленький. Клюквенные оттенки. Ну, вообще, палитра, конечно, просто... сногсшибающе, поэтому будем с вами делать макияжи и не один. Следующее, что мы с вами посмотрим, да, вот в таком пакетичке из пупырчатой пленки мне положили пробнички, которые я вам сейчас маленькие не буду показывать, это будет сюрпризом для вас. Дальше положили мне тушь от Vivienne Sabo Cabaret, водостойку, которую я заказывала. Девочки, это самая прекрасная водостойкая тушь на свете. Она бюджетная, у нее потрясающая щеточка, и она просто идеальна. Она прокрашивает ресницы, она делает и объем, и длину. Она и подкручивает, она держится так, что не осыпается, не отпечатывается, вечером смывается прекрасно гидрофильным маслом. И ценник такой, что, знаете, можно вот по-человечески. Сколько там тушью обычно можно пользоваться? 3 месяца или полгода, да, открытая должна она держаться. Обычно купим дорогую тушь, вот как у меня, например, за 2000 Dior. И вот я буду ею пользоваться, пока она не закончится. 3 года буду. И знаете, эта Dior, вот она... Ничем она не лучше, чем вот эта тушь. Вот это самая прекрасная, самая вообще идеальная тушь. Такие красивые ресницы, настоящие, которые прокрашенные, но они такие какие-то в хорошем каком-то виде после этой туши. Поэтому прям всем советую. Есть у них и неводостойкие, есть у них огромное количество вот этих вот всяких тушей, но я выбираю именно водостойкую. Мне нравится и в снег, и в дождь, и после слез знать, что у меня тушь на месте, на ресницах, а не под ресницами. Дальше. Я вам рассказывала, что Рандеву стали делать вот такие отливанты. И мне так нравятся эти бутылочки. Посмотрите, как они здорово выглядят. Вот ничего лишнего. И они все одинаковые. Они будут так красиво смотреться в какой-нибудь баночке, коробочке. И они прям очень дешево их продают, эти отливантики. И я считаю, что они большие молодцы. Они сделали огромный шаг вперед в этом смысле, что они сделали для нас вот такую какую-то очень дорогую парфюмерию, супер доступной. Потому что я сбыла свою мечту, точнее две, из-за того, что они доступны. Потому что сам флакон, вот настоящий, да, вот этой, например, парфюмерной воды, но он стоит 40 тысяч, его невозможно купить. А здесь получается 8 или 9 миллилитров, да, ну большой объем, согласитесь. Tom Ford Fucking Fabulous. Это то, о чем я мечтала. Это то, что мне больше всего понравилось в Tom Ford. И это невозможно было приобрести вообще никак, никогда, ни в каком виде. А вот они стали делать вот такие отливанты. И всего в 2000 рублей вот это вот мне обошлось. Вот его мне хватит на всю жизнь. Мне так, знаете, чисто гештальт закрыть. Ну и пользоваться когда-нибудь по особым случаям. Давайте я его нанесу. Так. Я сюда ничего не наносила еще на эту зону. Свеженькие. О, да. Это то, что мне безумно понравилось. Это пахнет какими-то травами, какими-то специями. Так необычно. И действительно, название говорит само за себя.
чертовски сказочно. Но это надо прям вот один пшик, воздух, не больше, потому что это убьет все живое, если вы это в большом количестве нанесете. Конечно, это небо и земля с люксом, да, потому что здесь прям такой разрыв мозга, если в большом количестве нанести. Ну и второй отливант, который я заказала, это Dolce & Gabbana Fruit Collection Orange. Тоже дорогой парфюм, да, как вы мне написали в комментариях. И тоже невозможно его купить, как оказалось, в нормальном флаконе, потому что это дорого. А вот рандеву сделали так. Сюда ничего не наносила. Рандеву сделали вот такой отливант. Я вам говорила, что это очень классный апельсин. Ой, да. Прям вот апельсин-апельсин. Такое ощущение, что вы почистили апельсин и вдыхаете аромат от этой корочки, от мякоти. И ничего лишнего. Прям настоящий-настоящий апельсин. Если глаза закрыть, можно подумать, что кто-то перед вами его почистил. Очень комфортный аромат, который на себя можно нанести, и вам сразу станет хорошо, весело, радостно. Вы от него не устанете, потому что он очень натуралистичный. Что я еще заказала из парфюмерии, оказывается, это Dolce & Gabbana Light Bloom. Я заказала по просьбе моей родственницы. Она меня спросила: Олеся, ты будешь на рандеву делать заказ в ближайшее время? Я говорю, буду, конечно же. Как раз на днях собираюсь делать. Она говорит, закажи мне Light Bloom. А я же себе Light Blue Forever в прошлый раз заказывала. Конечно, я его себе оставила. Вот, а она говорит, я просто Light Blue. Эту вот версию очень люблю, закажи мне. Тоже здесь такая коробочка прекрасная, бархатная, но она более такого светлого цвета. Флакончик вот такой матовый, беленький, со светло-голубенькой крышечкой. Туалетная вода Dolce & Gabbana, обожаю этот бренд. Так, давайте вспомним, как это пахнет. Так, надо куда-то нанести, где ничего нет. Я, видите, без блоттера встала как-то. Не очень эстетично это выглядит, зато сразу же чувствуется. Ой. Очень красивый парфюм. Здесь апельсины, цветок апельсина. И более такой теплый это аромат, чем Light Blue Forever. То есть Light Blue Forever там такие холодные белые цветы, лимон и чай. А здесь аромат более теплый, но тоже такой же цитрусовый, белоцветочный, но звучащий, конечно, все равно по-другому. Они оба прекрасны, между ними сложно выбрать. Мне нравятся оба. Но вот я на Light Blue Forever остановилась. Мне его достаточно. Хотя я не могу сказать, какой из них лучше. Мне кажется, они одинаково прекрасны. Да, очень свежий, очень нежный. Цитрусово-белоцветочный. Так, вот, я же еще достала еще один представитель у меня декоративной косметики. Вот в таком футляре находится. От бренда. Вы не представляете, Lime Crime. Та-дам! Пришли те времена, когда мы держим оригинал Lime Crime, а не тестируем помаду, копию с AliExpress за 100 рублей. Мне даже не верится, что эти времена наступили. Посмотрите, какая красивая вся такая голографичная палетка. Очень интересная. И оттенки весьма необычные. Я даже не знаю, как они будут выглядеть на коже. Лишь бы они не выглядели как-то, знаете, в виде какого-то арт-макияжа, да? Потому что мне все-таки на повседневную носку. Один с сиреневым отливом, второй с желтым и третий с розовым. Хотя я предпочитаю белые какие-то, абсолютно белые классические хайлайтеры. Ну что, будем смотреть, будем пробовать. Надеюсь, это будет носибельно. Но так, конечно, очень красиво. Сделаю для вас, мне кажется, полноценный макияж при помощи вот этих вот четырех декоративных средств. Да ведь? Делаем с вами такое видео. Ну и все, что у нас с вами в конце остается, это прекрасные средства от бренда BioRepair, с которых я начала свой прошлый ролик. Рассказала вам про зубную пасту, про одну, и про ополаскиватель для зубов.
Мне настолько понравился этот бренд. Абсолютно искренне понравился. Я с огромным удовольствием им пользуюсь. Что? Я решила протестировать вообще всю линейку этих зубных паст на себе. И заодно запастись этими прекрасными зубными пастами. Потому что они все с разными свойствами. Вот это у меня, например, отбеливающая зубная паста. Вот это у меня для чего? Для десен. Это то, что мне нужно, потому что у меня есть проблемы с деснами. Это для восстановления эмали. Представляете, я не буду зубные пасты покупать, наверное, год. Это для какой-то, наверное, комплексной защиты. Здесь по-русски ничего не написано. Для восстановления эмали специальная. Все разные у меня здесь они должны быть. И вот это против эрозии ночная. Ночная паста, по-моему, вот я такой как раз сейчас пользуюсь. Я еще одну решила себе взять, потому что она мне безумно нравится. Очень классно. Зубную эмаль восстанавливает, и зубы перестают быть чувствительными. Также я заказала вот такой ополаскиватель. Я в прошлый раз вам показывала тот, который для десен, да, для комплексной защиты. Давайте этот с вами сразу рассмотрим. Здесь колпачок и само средство. Да, тоже такое густое, обволакивающее. То розовое было, это беленькое. И это прям такое освежающее. И еще от этого бренда вы мне посоветовали в комментариях. И я, конечно же, воспользовалась. Для снижения чувствительности. То есть дентинные канальцы запечатывает. И для восстановления зубной эмали. Спасибо, что вы мне написали про это средство. Вот такой гель здесь идет. И такие, как они называются? Кафы, это, по-моему, серьги, да? Кафы. То есть сюда вот этот гель помещается. Все это на зубы надевается. И сколько-то это носится. Все исходя из инструкции. И борется с чувствительностью эмали. Восстанавливает. Восстанавливает эмали. Ну вот и все. Мы наконец-то с вами подошли к концу сегодняшней распаковки. Насколько это видео затянулось? Мне кажется, минут на 40, если не на дольше. Но зато все с вами рассмотрели, все расслушали, что чем пахнет, все-все-все посмотрели. Мне очень понравилась эта распаковка. Мне кажется, она такой насыщенной была, такой интересной и разнообразной. Я пойду для вас это все тестировать. Ждите отдельные видео по тематикам. Отдельно на парфюмерию, отдельно на уходовую косметику, отдельно макияж с вами сделаем. Поэтому мне будет чем заняться эти дни. А вы не скучайте. Смотрите другие видео на моем канале во вкладке «Видео». Я для вас их сделала очень много, чтобы вы смогли этот момент разлуки небольшой пережить. Я буду по вам скучать, постараюсь все поскорее протестировать и отснять. Очень рада была с вами встретиться, провести с вами это время. Все ссылки вы найдете в описании. Не забывайте воспользоваться скидочным промокодом. Очень вас люблю, очень вас ценю. Спасибо за то, что вы у меня есть. Только вот недавно в полной степени, да, ну вы понимаете, по каким причинам я ощутила, насколько вы для меня дороги, важны, насколько я вас люблю, насколько вы у меня добрые, с такими добрыми сердцами, с такими добрыми душами, такие отзывчивые, такие эмпатичные. И очень рада, что я собрала такую аудиторию. Даже не знаю, чем я это заслужила, как мне так повезло в этой жизни с вами. Очень вас люблю, ценю, обнимаю, целую. Пишите все, что вы хотите в комментариях, я обязательно прочитаю. И увидимся с вами здесь в моем следующем видео. Всем до скорых встреч!